15 июня 2013 года мы отправились на Черное, оно же Бедренское озеро. Озеро находится примерно в 2 километрах от Люберецких полей и 500 метрах от 10-й горбольницы. Рядом с озером ведется строительство дождевого коллектора. Ведется оно с переменным успехом уже года 3. Озеро власти предполагают очистить и организовать здесь зону отдыха. А пока совершим небольшую прогулку вдоль коллектора, посмотрим на озеро и что за водоем находится неподалеку.
слов рыбаков, здесь водится карась размером с ладонь. Сегодня заснять улов не получилось.